Дизайнерские решения будущего. Фестиваль молодых дизайнеров моды 4.0 собрал в стенах Ивановского политеха более 140 талантливых представителей фэшн-индустрии из России и стран ближнего зарубежья. Главная тема форума – диджитал-трансформация индустрии текстиля и моды. В течение 3 дней молодые дизайнеры представят на суд зрителей и конкурсной комиссии свои проекты по 3 номинациям – дизайн костюма, дизайн текстиля и фэшн-реклама и пиар. Кроме того, перед участниками фестиваля с лекциями выступят ведущие дизайнеры и авторитетные историки моды. Основной уклон фестиваля – это инновации и разработка какого-то нового слова. Как это видит молодежь? А молодежь, она всегда на острие, она всегда чувствует раньше, острее и активнее разные инновации. Поэтому, конечно, цель этого фестиваля – не только молодых людей заявить о себе, не только образовательный интенсив, но и нам от них тоже получить ту информацию, тот импульс, который они хотят рассказать, который они хотят транслировать.